Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в симулятор папаши, короче, тоже сверх релиза была эта штука, вот, уровни, кстати, здесь тоже, ну, достаточно вообще так-то, по сути, даже для прохождения. Виртуальный дед, happy family, счастливая семья, 3D, короче, не знаю, типа, как трудно быть папашей, короче. Ой, эти симуляторы пожарников, коп, это такая трешовая штука, там всегда в начале, короче, они прощались с семьей, а здесь мы, получается, как это все соединить, да, там будет что-то в виде симулятор жизни, наверное, потому что здесь мы прощаемся, то есть там прощались, а здесь мы как бы это, наоборот, в ней находимся и будем как бы делать определенные дела, видно. Так, стрелка. Jump. А, открыть надо. Открывай. Он даже не с первого раза открывает. А, типа закрыто, что ли? А, не открыто. Нифига себе, он так долго открывает. А, надо разбудить, что ли, что? Такой стоит, как такой вот, как качок. Типа, вау, я, короче, типа, их разбудил, вообще все зашибись. Дальше идем. Ты, типа, прошел левел, ты красавчик. Ты дошел до комнаты детей, разбудил их, и ты уже просто понимаешь, ты... Выполнил всю отцовскую роль, наверное, за все время. Это, наверное, классно. Дальше идем. Go to kitchen. Так, ладно, дальше погнали. Как трудно-то быть отцом, надо будить, ходить. Так, ты что врезался вообще неадекватно? А надо наверх или куда-то? А куда идти? А, сюда. На кухню. О боже. Боже, я сам обед, готовьте меня. Так, что у нас? А, вот все. Фу, там у тебя горит, чувак, что-то. Он часы свои, короче, закинул, наверное, на готовку. Воу, мы уже третий левел проходим, сын, как же трудно, как же... Дойти до кухни, а разбудить, приготовить завтрак, да-да-да. Ну, просто как бы, ты это не готовишь, ты просто доходишь до кухни. Теперь смотри, они ждут тебя, это старт какой-то. Видишь, просто позу его, позу гордого осла. Так, и куда нам идти? А, вон какие-то, наверное, по-любому здесь знаки вопроса какие-то. У-ху. Так, ты чё, за мной ходишь? Ладно, давай, просто поиграем. Можно поиграть? Садитесь, я вас покатаю. Блин, тут стрелки нет, куда идти. Собака, собака есть. Здорово, пёс. Дай мне в твою будку залезть, я не хочу папашей быть. Ладно. Бред такой. Нажать ничего. Ну ладно, наверное, проводить в школу их надо. Вон машина, может быть, в машину сидеть. Нифига вот эта машина. Ну и дом, короче, не маленький как. Батя один, что живет. Так, ну что, погнали. Блин, что-то вообще фигня какая-то. Не могу даже. Слушай, что за мной бегаете? Ладно, давай тогда туда пойдем. Раз нас вытащили на улицу, значит, надо идти куда-то. В ту сторону. А, точно, школьный автобус, все. Проводить до школьного автобуса. Вот это у него домище, конечно. Эй! Болтусы. Идите в школу. Вот, надо было все проводить, я не догадался. Такой стоит у двери. Я сделал главную роль. Можно дальше попрыгать, короче, по ящикам. Далее. Next. Что же будет в следующем? Боже, мне кажется, это сложная работа папаши. Дает о себе знать, я уже начинаю уставать. Уставать ничего не делаю, наверное, да. Дальше. Так, машина появилась, значит, машина у нас есть. В любом. Или нет? Как тут машина появилась? Ну ладно. В ту сторону надо. Главное зайти.
не было здесь машин. Кто-то приехал в гости, я такой сматываю из дома, типа, иди отсюда, чувак. Или может их надо вообще как бы это довести, ребят, за ним заехать, наверное, в школу. Ну чё? А, вот, все правильно. Все правильно. Должны доехать до них. Кто пешком собрался его забрать? Хороший батя. Давай, 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 давай. Вот. Тут только учится. О. Кстати, вышел из машины. Здесь учится только, видно, мой. Мои дети, супермаркет. А, мне надо, пока их нет, что-то купить. Тут никого нету, ребят. Вообще что-нибудь продается. Тут даже кассиров нет. Ребят, я могу... А, посетители появились, а кассир где? Ты что, будешь выбирать, мужик? Классно вообще, да? Смотреть просто. Пидор. Ой, это духи. Привет. Я всосал. Так, ладно. Что-то надо купить. Ага, здесь вот где-то что-то купить надо. О! За 20 баксов. Все? Я же забрал. Ага. Забирай. Вот. С самой нижней полки, короче. Мы выполнили. Даже что-то два раза, короче, выполнили. Смотри, мы два раза нажали, нас два раза выполнили. Два раза бабосы нам дали. Кстати, а что за бабосы можно купить? Давайте посмотрим. Не знаю, что за бабосы можно купить. Может быть, это просто три звездочки, короче, даете. И все. То есть, бред вообще полный. Так, ну все. Ну и, короче, типа... А, мы должны на кассу ходить, наверное. Мужики. Так-то, по сути, наверное. Так, нельзя зайти. А, ну все, нас выгнали. И посетители сразу ушли. Это, мне кажется, магия. Давайте пройду. Купил просто жвачки. Пожрать. Слушай, ну давай это. Типа, мужики. Жвачки покупал. Дома кушать нечего, просто жвачки жуть и все. Что вам еще остается? Воу. Ну, нормально. Я понимаю, припарковался. Тут пешком пройти два квартала, блин, на машине чей-то. О, какая-то машина появилась. Главное, у нас машина в гараже, и мы ее не берем. А типа, что, с жены, что ли, машина? И тогда я хотел прям в нее прям воткнуться. Даже зависла, короче. Ладно. У нас даже зависла. На месте, короче, буксует. Виртуальный папа, боже, виртуальный папа. Батя. Это сам батя. Виртуальный. Так. Go to the room. Так, ну давай-ка. Наверх нам надо. Ты там приготовил, что ли? Тебе еще детей надо со школы забирать. Вообще прифигелший. Это дрыхнулся. О! Вау! Она все это время спала? Она что? Он с школы, он все дела сделал, она дрыхнет. Ты чё, чмошница? Ладно, ребят, на этом все. Вот такая игрушка. Ну, я понимаю, что это такое. Быть папой, ходить в супермаркет, покупать жвачки всем. А у тебя жена спит. Ладно, всего доброго. Пока.